Я хотел бы отметить очень организованную работу на выборах президента Российской Федерации. Что касается охраны общественного порядка, то было организовано на высочайшем уровне. Было задействовано на охрану общественного порядка более 1500 сотрудников, которые обеспечили правопорядок на избирательных участках. Были задействованы казачество, добровольные народные дружины были задействованы. Также хотелось бы отметить, что в целом по области принимало участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности более 4000 сотрудников правоохранительных органов. Нарушения, конечно, сообщения поступали по нарушениям, но как таковых грубых нарушений не было. Нам был оформлен один административный материал в отношении установленного лица, который проводил незаконную агитацию по главе 5 Кодекса об административных правонарушениях. Поступали звонки конкретно на горячую телефонную линию управления МВД России по Тюменской области. Эти звонки были связаны в первую очередь с избирательным законодательством. Граждане выясняли номера избирательных участков, где они расположены непосредственно, в каких местах. Дальше, как можно проголосовать по открепительным талонам, как можно проголосовать и уточнить для себя другие моменты, что касается избирательного законодательства. А серьезных проблем не возникало. И серьезных вопросов задано не было, которые требовали бы оперативного вмешательства.